Всем привет. Тут некоторым людям показалось, что граммофон сильно тихо играет. Вот, поэтому мы послушаем заново еще одну мелодию. Заодно я вам покажу кое-что еще из этого граммофона. Это не оригинальный его ключ. Это я сам сделал. Вот. На этом граммофоне идет замок. Вот такой вот замок. С вот такой вот уключенной треугольником. Также в крышке есть вторая часть замка. Вот многие люди недопонимали, как этот замок может закрывать крышку. Я вам показываю. Вот такая вот хитрая конструкция здесь замка. Довольно-таки интересно. Мы закрываем. Закрываем. И она прям вообще даже не шатается. Прям очень точно подогнан замок. Так, а слушать мы сегодня будем вот такую вот штуковину. Это Энрико Карузо. Пагляачи. Вести ля Джиуба. Как-то так. Такс. Граммофон заведен. Игла средний тон.
Также здесь есть вот такой вот серийный номер. Автотормоз сработал. Это односторонняя пластинка Виктрола. Так, еще заодно я вам покажу. Такая вот система. Вот эти вот четыре дырки сделаны для удобного извлечения двигателя. Вот этой вот деки. Четыре винта откручиваются. И вон четвертый. И извлекается дека. Дека переворачивается обратной стороной и обслуживается двигатель. Конструкция просто супер. Вот автотормоз. Это система автотормоза. Это сброс. Вот. Настраиваем докуда нужно, чтобы доходило. Допустим, вот до судова. Отворачиваем. Оп. Проиграло. Дошло до конца. Остановилось. Такая вот система. Так, ну в принципе вроде как все. Это игольницы. Это мусорка, это самопал. Вот так это все выглядело, когда ко мне пришло. Мусорка от швейной машины какой-то. Я просто поставил, чтобы потом пересыпать. Вот. Можно хранить как средний, допустим, тон, и либо громкий тон, и тихий тон. Что здесь еще есть? Скорость. Минимум. 85, 90. Сто, 105. Вот 78. 78 оборотов. Так. В принципе, все.